настроение есть. Все-таки праздник влюбленных. Мы любим друг друга, и все клево, да? Конечно, здорово, когда вообще такие акции проводятся в городе. Да, как-то живее становится. Вы написали такие забавные имена. Расскажите. Ну, история ежа проста. Мой любимый вышел из душа. У него был небольшой такой беспорядок на голове. Я сразу сказала, ты похож на ежа. Он сказал, да, я еж, все. А Хома, потому что детские фотографии ее видел, и там такие щечки были большие, похожие на хомячка. Поэтому теперь Хома.